знакомств. Я пытаюсь. Хорошо, брат, я еду. Али зовет меня. А ты поспи. Что случилось? Что-то важное? Кажется, да. Все собираются. Эзель хочет что-то предпринять. Велел быть всем наготове. Я тоже поеду. Нет, ты не ходи. Он тебя не звал. Я не могу оставить моего Тэфо. Разве я неудача твоя? Это так. О чем они разговаривают? Отец по дороге и слова не вымолвил. Что может случиться? Как всегда. Будут бить, крушить, будут мстить. Бросят вызов, объявят войну, снова найдут нам проблемы. Мы как женщины, которые провожают своих мужей на войну. У меня возникают странные чувства. Ты хотела сказать отцов? Провожающих отцов на войну? Тэфик! Опять что-то опасное, не так ли? Нет. Но это очень важно. Что это? Они ушли, говори. Это я, Шебнем. Дядя собирает старших. Вот о чем был разговор. Зачем? Проведут собрание. Чтобы показать себя. Что это значит? Если сработает, это значит, что бунт против Юсуфа и Ира. Это значит, они столкнутся. На этот раз все. Рамис выдвинет вперед Эзеля. Тэфик! Тэфик, где вы собираетесь? Это касается и шоу-бизнеса. Я вот тут подумал. Когда откроем отель, нужно привлечь людей чем-то другим, кроме азартных игр. Может, устроим фестиваль, например? Мне нужен отчет через неделю, потом продолжим. Эйшан Ханым, как хорошо работать с вами. И с тобой, Алин. Мы скучали, не так ли? Не хмурься. Смотри, как ребята совсем справляются. Меня волнует не отель. Не надо. Юсуф, не порть настроение с утра пораньше. Кенан, я не впишусь в твое расписание, брат. На. Рамис Карайский, этот человек был твоим. Почему он еще здесь? Почему я сталкиваюсь с ним? Плохо, если он и тебя нервирует. Нужно каким-то образом решить этот вопрос. За тем столом происходят хорошие вещи, Кенан. Сейчас мы только испачкаем свои руки Абрамиза и его людей. Плохое время. Неудачное время, Кенан. Партнер, что случилось? Ты рассказывал о своих тайнах?
Даже не знаю. Кажется, я заговорил раньше времени. Как? Значит, мы не друзья? Я сейчас занят тем, чтобы не очернить тебя, Эйшан. Планка поднялась, если позволишь. Хорошо. Но помни, ты придешь сам, чтобы рассказать. Как всегда. Чтобы Кинан Биркан что-то рассказал? Разве такое бывает? Не верю. Кажется, он делится с твоей женой.